Ты думаешь, это сама смерть? Ангел смерти, который приходит за душой человека? Нет, нет, не сама смерть, ее подручный. Такие встречаются в преданиях всех народов мира. Этот, судя по всему, просто один из них. Но ты говорил, твой был в костюме. А по-твоему, он должен быть в черной рясе с косой? Ты же сам сказал, часы вдруг встали, да? Они останавливают время. А видеть их может только тот, за кем они приходят. Может быть. Это мог быть только он, Сэм. Но как Рой его контролирует? Крестом. Что? Там был крест. Я заметил его в шатре. Я видел его прежде. Вот. Карта? Гадальная. Эти гадания восходят к раннему христианству, верно? Когда священники прибегали к магии, и часть из них увлекалась темными силами, попытками отогнать смерть или привлечь. Преподобный Рой использовал черную магию? Но если так, то он оседлал бурю, которая сбросит его в любой момент. Его надо остановить. Как? Ты знаешь. Постой, ты что же предлагаешь? Мы не можем его убить. Сэм, он подменяет Бога. Он решает, кому жить, а кому умереть. Типичное чудовище. Нет, мы не можем убить человека, Дин. Иначе мы не лучше, чем он. Что ж, Роя убить нельзя, смерть убить нельзя. Твои предложения, студент. Ладно, если Рой использует какое-то заклинание, мы должны разгадать его и нейтрализовать.